А потом еще, кстати, не видела. Home video. А потом подумала, что это будет сильно делово. Белый верх, черный низ. Слишком близко. Потом нормально. Я подумала, что будет это, ну, будет как это, как диплом. Как, ну, прям это красный-синий, прям компакт. Ну, штаны не белые, надо актуально было надеться. Ты что, меня забрали бы сразу. Сава, стой, где ты уже? Ты уже поел там где-то? Да, я уже ухватил. Я уже, пока там никого нет. Так, все, Слава, кыш. А, ну давай. Переживаться будем. Я думал, как раз поснимать все это дело. Ну, я уж поснимаю. Юля, какие у тебя ощущения, пожелания, пока ты красивая? Ну, пока никаких. Да, ну, да, пока еще помада не съедена и все, да, не съедено. Расскажи что-нибудь. Ну, нормальные ощущения. Приехали на юбилей к бабушке. Сегодня 70 лет. День рождения было 31 числа. Но сегодня, вот 2 апреля 22 года, собрались все вместе, приехали из Бреста. Сын с невесткой, внучка Вика, наша двоюродная сестра. Ну и Аня с Сашей из Минска приехали. Ну вот, стол у нас такой сегодня красивый. Будем праздновать, будем отдыхать. Ясно. Все? Все. Ну, хорошо. Это какой-то новый салат. Это может быть для этих, для вегетарианцев, которые... Наверное. Надо не сильно крупно? Сильно. Что сильно? Это что, измеритель? Сильно крупно, он надо легать. Мам, сюда лезет салат, что это миска маленькая? Ну-ка такую, да. Миска маленькая? Ну, конечно. А что вы дали? Она должна быть глубокой. Это целая корыта хотя бы принесла. Да, должно быть корыта. Глубокой, да, корыта. А то ж перемешивать там как будем. Так, мама, они уже заходили? Ты не старше уже познакомился? Да. Мама. Да, я там что-то готовит. Вот все крупно, вообще огурцы много, не очень. Крупно, ну, когда так резали, мы так нарезали. Как сказала, так и сделали. Мама. Мама, нас вообще-то 11 человек, если ты не забыла. Вот так я знаю. Вот это вот то, что мы накрошили, это вот мне одной. Так вот именно. А то, понимаешь, я люблю, когда много. Потому что, когда много, есть возможность, когда останется. А когда не хватает, так это тогда уже конец. Вот, пойдёшь? Много, не мало, готовится. Резать еще обрезать или не надо? Пока. Ну, пока не надо. Пока не надо, хорошо. Дальше перец. Собрались. Мамки, няньки, все смотрят, как режут. Так, мы пошли. Так, а как резать перец? Это беленькая там наверное. Я знаю. Вот так. Нет, это уже куда ты? Смотри, как она шмыркает. Ну конечно, а что? Надо поаккуратнее. Все съедобное, правильно ли? Так. Бабушка уже перебилась? Нет. Так а что ты стоишь? Иди. А, не знаю. Пойдем, я уже вообще уже разбилась. Мы уже сами разберемся. Иди одевайся. Да, я уже вообще. Не знаю, вот тут еще с Женей надо разобраться. Что? Что открывать? Грибы, огурцы. У вас интервью взять можно? Стесняетесь? А что такое сценарий? Ну вот мама сказала стих распечатать, и Аня распечатает, да, так я там заготовила штук 6, наверное, разных, там в папочке лежит. Понятно. О, какие тут все нарядные, все еще стесняются, друг друга никто никого не знает, поэтому ведут себя максимально культурно. Аня. Что?
Вот. Я ну, там, прям вообще. Я просто в этом в углу стоял, говорю, все пока вот, стоят, огонь, мало кто друг друга знает, все культурные такие, все трезвые. Вот. Сейчас по три рюмки каждый выпить, сразу все станут сами собой. Все, что я